Қазақпын мен қазақ тілін сақтайтын, қазақпын мен қазақ тілін мақтайтын тіл. Өзге тілдің бәрін біл, туған өз тілімді. Африканец по национальности с душой казаха. Это про Марсельена Камате. Парень родился здесь, в Алматы, в интернациональной семье. Отец его родом из Африки, мать русская. Любовь к казахской культуре Марсельену привили родители с самого детства. Мухалим Ахтаев, это да? Еще Мукагали Макатаев говорил, что каждый должен знать свой язык и традиции. Мы живем в Казахстане, поэтому должны уважать и чтить культуру казахского народа. В совершенстве язык я выучил 6 лет назад и горжусь этим. Гордится Марселен и видеороликом, покорившим весь интернет, где африканцы отплясывают казахский танец «Каражорга». Благодаря своему таланту Марселен прославился на весь Казахстан. Сейчас он главный гость на различных мероприятиях, особенно на казахских свадьбах. Я сам рассказываю про казахские традиции, провожу различные тои, например, кыз-узату, тусал-кисер и многие другие. Кроме того, Марселен умеет неплохо готовить. Говорит, среди своих друзей он главный шеф-повар. Очень хорошо у меня получается бишбармак, баурсаки и щельпек. Моим иностранным друзьям это очень нравится. На достигнутом парень останавливаться не собирается. Он хочет продолжить свою музыкальную карьеру и начать писать собственные песни на казахском языке.